Всем привет! Сегодня будем смотреть это чудесное видео. Снято на сотку. В общем, попалась к нам эта Yamaha Zuma. Она же BW-850. Я ее купил. А проблема в том, что у нее заднее колесо нифига не крутится, короче. Вот мы решаем сейчас с вами этот вопрос. Крышку вариатора я уже открутил. Один болт остался. Сейчас мы посмотрим, в чем дело. Дальше сейчас увидим. Продолжение. Вот я открыл, короче, есть спортивный вариатор. Young Wayne. Стоковый болт Yamaha. Причем в хорошем состоянии, как будто бы новый. Сцепление, которое почему-то по непонятным мне причинам заклинило. Сейчас будем разбирать дальше. Получилось, короче, то, что сцепление у него там внутри тупо раскрутилось. Даже не раскрутилось, а вот так вот случилось. С резьбой. Вот так, господа, Young Wayne бывает иногда. Будьте осторожны.